Привет, дорогие друзья! Это необычные кадры, которые я получил не так давно. Происходящее задумывается о том, что настоящее может не быть. О чем я имею речь и почему действие НЛО и всех окружающих так важен? Давайте мы с вами разберем по порядку. НЛО – это необычное, а именно сверхумное и разумное происшествие о том, что люди не знают. Что вы можете сказать про НЛО? Ничего, кроме того, что вы сами видите. Посмотрите необычные эти кадры, которые у вас будут, наверное, скорее всего, множество странного и необычного. В голове у вас будет летать только один вопрос. Как вы думаете, какой? Давайте мы с вами этот вопрос и разберем. Первый необычный видеоролик был сделан в Германии. То, что вы сейчас наблюдаете, вы не поверите ни разу моему слову. Во-первых, этот видеоролик не просто так, знаете, пролетающий яркий огонь, а именно со смыслом. В тот день как раз вот этот необычный НЛО спас ребенка. Что на самом деле случилось в тот день? Оказывается, в тот день ребенка потеряла мамаша. Просто-напросто в лесу. А этот необычный НЛО завис на том месте около 2 часа, где ребенок находился. И поэтому НЛО нашли ребенка. Конечно, это неправда. Но есть еще один кадр. А этот кадр в Канаде был запечатлен необычный формат космического корабля. Все очень странно в том, что у этого космического корабля есть опознавательные знаки. Справа со стороны вы видите какие-то очертания букв. Эти буквы, дорогие друзья, оказывается, происхождение человеческих действий или все-таки НЛО. Очень трудно доказывать людям о том, что НЛО это не именно пришельские корабли, а именно, может, и человеческие. Почему военные США разрабатывали космическое оружие, а именно НЛО? И это действие как раз и разворачивается о том, о чем я хочу вам рассказать. Этот НЛО был создан еще в 1982 году. У него много минусов, но есть один плюс. Он, дорогие друзья, бесшумный, он может нападать, он может уходить под воду. Такие кадры есть. Но есть еще один кадр, который был сделан в США. Посмотрите, этот необычный НЛО огромного типа был заснят очевидцами. Конечно, много чего странного происходит, но такого странного мы, конечно, еще не видели. Ролик, конечно, не такой новый, но происходящее видно, что космические корабли еще в тот день были в первую очередь угроза для людей, но потом что-то все изменилось и люди смирились. Вы сейчас наблюдаете космический корабль, но вы не знаете о том, что может произойти дальше, а именно, что будет. Если вам понравился, то ставьте лайк, дорогие друзья, и будет много интересного на канале Тайна НЛО. Всем удачи и всем пока!